понедельник в Самарской области ожидается малооблачная погода, осадки в виде снега, станет чуть прохладнее, сохранится перепад температур. Так днем будет 0-2 градуса, ночью 8-10 ниже 0. В Сызрани малооблачно, утром выпадет снег, днем минус 1 градус, ночью минус 10. Ветер северного направления 7 метров в секунду. В Тольятти ясное небо, днем минус 2, ночью минус 10 градусов, ветер северо-западный 5 метров в секунду. В Самаре малооблачно и небольшой снег, днем 1 градус с минусом, ночью до минус 10. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 61%. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.